Привет, друзья! Решил вам рассказать о том, как скупой платит дважды. Заказал я себе вот такой кондуктор. Ну, во-первых, я что-то невнимательно смотрел, когда заказывал. Там действительно у продавца было написано, что здесь размер... Не помню какой, не суть, не посмотрел какой размер. В интернете есть... Продается кондуктор, инсталлер, по-моему, называется... У него очень интересно, он интересно устроен. Он предназначен для установки водорозеток. Ну, я решил найти альтернативу подешевле. Вот 400 рублей вот это подешевле стоит. Потому что тот кондуктор стоил в районе 2000 рублей, что ли. И тот-то кондуктор чем удобный? У него отверстие как раз под 1/2. Ты его так вот ставишь. Так, сейчас чем показать. Ты его вот поставил. Вот там 1/2. Вот так вот зафиксировал, грубо говоря. Все, она у тебя держится. Она у тебя и плоскость держит, и никуда не гуляет. Вот этот кондуктор, хрен его знает, для чего он нужен. Вот, видите, кондуктор должен быть универсальный. Даже если полипропиленовый кран ставишь, вот его установил там, таким образом, сюда закрутил. А заглушечку, все, у тебя как бы все ровненько, 150, все стоит шикарно. Вот этот, единственное, что этот только можно использовать, когда ты устанавливаешь краны полипропиленовые. И то вот этот херов дров не лезет, а этот со свистом проваливается. Тут что у меня еще есть? Этот через раз лезет, ну это я примеряюсь. Вот у меня тут бушный, ну вот этот вроде лезет. Получается, что вещи-то абсолютно бесполезные. Ну вот смотрите, вот мне надо сделать водорозетку, у меня там выштаблена большая штроба, мне нужно зафиксировать, и чтобы он не гулял там ни влево, ни вправо. Понятно, что вот этот размер будет учтен. Ладно, фиг с ним. Но мне это надо, чтобы он не перекошен был. Если тем кондуктором ты... Прям точно фиксируешь. Вот прям к стене прикручено. Сюда закрутил. Заглушку, все, она у тебя мертва. Она у тебя ни влево, ни вправо. Это здесь как кое-что в проруби болтается. Так что заказывал на Озоне. Сейчас возврат уже я написал. Сейчас поеду возвращать. Штука мне вот эта. Да бесполезная вещь. Дрова. Абсолютно вот этот. Быстрый монтаж РФ. Ну, что-то у них есть, может быть, и стоящее, но вот это для сантехника, ну, полная шляпа. Я изначально хотел, потому что вот тот кондуктор, который стоит в районе 2000 рублей, ну, что там, грубо говоря, вот такая же планочка, только поменьше, и отверстие. Только отверстие там вот такого размера. Она у тебя уперлась, зафиксировал, она более узкая. Просто на фотографии мне казалось, что она вот такая вот маленькая. Небольшая. Я не думал, что такая борода придет. Ту планочку зафиксировал, смесью замазал, смесь встала, открутил. Все, у тебя водорозетки стоят четенько по размеру. Почему я эту штуку-то заказал? Я сначала хотел, потому что за 2000 я посчитал, что это очень дорого. И нашел я на Озоне вот такая вот где-то, вот такая, вот такой вот уровень небольшой. Такой вот небольшой уровень, и он был как швеллер, грубо говоря. Ну, такой, как швеллер. Цена, по-моему, в районе что-то 300 рублей, и ступенчатые сверлышки хотел купить. Ну, грубо говоря, 300 рублей уровень, сверлышко тоже там в районе там 200-300 рублей можно было ступенчатое взять. И... просверлить отверстие и все, и там как раз получается. Сделаю, видео запишу, покажу. И получается дешево и сердито, и уже и уровень пузырьковый, все дела и удобно. А вот это, ну прям, ну, действительно дрова. Ну вот этот фитинг встал, и то. Вот эти пазы, не знаю для чего. Бесполезная штука, потому что инструмент должен быть универсальный.
А то, что они пишут, там написано, что для быстрой разметки, для сверления, ну, я линейкой так точно размерю, вот так вот обвести мне несложно. А когда ты заштраблюешься, ну, что ты штраборезом, сюда взял, в основном планка такая нужна, вот именно, когда ты водорозетку монтируешь. А размечать я и линейкой размечу, блин, не хуже, блин, вот этих дров. А монтировать, ну, что тут монтировать? Это хер лезет. Это как в проруби. Вот эту вот, если только затолкать. Но эту затолкаешь, здесь вот это дупло уже разобьется. Так что вот. И написано, что большой ресурс. Ну да. Вот такая вот вещь. Ладно, ребята, кому интересно, обязательно подписываемся на канал. Запишу я, когда сделаю альтернативу дорогому инсталлеру, по-моему, так он называется. Да, инсталлер вещь хорошая, но, блин, 2 рубля за нее платить, ну, прям жаба душит. Лучше самому изготовить. А сейчас я попробую, сейчас я вот куда-нибудь вот сюда картиночку поставлю, вот именно того уровня, который я хочу приобрести. А вот, кстати, сам инсталлер. Все, подписываемся на канал. Всем пока.